76 лет назад десант моряков-черноморцев высадился с моря на захваченное фашистами побережье Цимесской бухты в районе мыса Мысхака. Здесь советские воины вступили в бой с врагом, который длился 225 дней и ночей. Благодаря подвигу морского десанта Новороссийск был освобожден. Небольшой участок суши, где проходили сражения, был назван «Малая земля». Эти мероприятия проводятся, чтобы люди знали, что есть такие хорошие герои, которые защищали нас, нашу родину. Сегодня бескозырка – это символ настоящего мужества. Впервые одноименная акция прошла в Новороссийске в 1968 году и сегодня имеет статус всероссийской. Некоторые из участников форума «Патриоты России» уже принимали участие в этом мероприятии. Я тут второй раз, и я в первый раз не знала столько, сколько узнала сейчас. Надеюсь, что приеду сюда еще раз вместе со своей семьей, потому что это должен знать каждый гражданин, мне кажется, Российской Федерации. Сегодня в рамках акции проводятся исторические реконструкции, телемосты между ветеранами из разных городов, митинги. Неизменной остается только бескозырка, проносимая по всему городу и спускаемая на воду. Руслан Душевский, Анапа, регион.